Доброго времени суток зрителям канала Look Market. На ваш обзор представим газобаллонный пневматический пистолет от компании Omarex. Данное изделие предоставляется вот в таких картонных коробочках. Внутри находится сертификат, инструкция по применению на различных языках, в том числе и на русском, вкладыш от компании Omarex. Ну и, соответственно, сам пистолет. Пистолет относительно небольшой, имеет размер 167 мм, а вес 755 грамм. Выполнен металл-пластик. Источником энергии служит 12-граммовый газовый баллон, углекислый газ. Емкость... Магазина 18 шариков 4,5 калибром, дробь металлическая. Оснащен стандартными прицельными приспособлениями, мушка, целик. Также имеет специальную планочку, вивер Picatinny под ЛЦУ, либо тактический фонарь. Оснащен функцией blowback, то бишь подвижного затвора. Ход затвора идет при стрельбе полный, но когда встает на задержку, к сожалению... Ток имеет частичный ход, неполный. Оснащен с левой стороны кнопкой задержки. Справа имеет предохранитель. В положении вверх стоит на боевой готовности. В положении вниз ставит на предохранитель. Причем особенность предохранителя данной системы тут очень своеобразная. Когда у вас введено шептало, вы видите это в техническом отверстии, красную точку, что у вас пистолет готов, взведен к бою. Чтобы не производить выстрел, ну надо снять с шептала, можно произвести холостой выстрел за счет того, что просто опустить предохранитель и поставить его. И само шептало сбрасывается, не производя выстрела. Очень большой плюс и хорошая функция в этом пистолете. Также, когда ставят пистолет на предохранитель, шептало не заводится, что опять же во избежание получения неожиданной травмы. Чтобы извлечь сам магазин, необходимо нажать на клавишу, то бишь вниз, и извлекается магазин. Магазин неполноразмерный идет, имеет пружину поджатия под шариков, также имеет специальный паз, чтобы установить эту пружину, зафиксировать. И техническое отверстие под насыпание пулек. Что очень удобно и продуманно сделано. Теперь установка по баллону идет. Установка баллона тут немножко отличается от большинства систем пневматических. Своим уникальной системой поджимного винта. Чтобы установить газовый баллончик, необходимо открыть заднюю крышку, щечки. Мы видим специальное отверстие под установку баллона. Паз. Чтобы ослабить винт, необходимо по часовой открутить до упора, установить баллон, поджать винт к баллону и против часовой опять же обратное положение поставить винт. Происходит надкол, но при этом при такой системе нельзя передавить и прорезать как-то прокладку, что позволяет сохранить ее долгие-долгие годы. Очень практичная система, на самом деле, стоило бы многим производителям у них это позаимствовать. И закрывается задняя крышка. Пистолет готов к стрельбе. Заряжаете шарики, перезадергиваете затвор и можете смело вести стрельбу. Впереди мы имеем имитацию под 9 мм, фальш-имитация ствола, но сам основной стволик не сильно утопленный, в принципе виден. Стволик тут идет гладкий, не нарезной. Пистолет выпускается в двух видах, также еще имеется вариант с хромированным затвором, блестящим, серым. Так что черный бывает, что кому ближе. Данную продукцию вы можете приобрести у нас в интернет-магазине Look Market, также в сетях магазинов
Стрела Самара. Данный пистолет имеет мощность 1,9 джоуля. Заявленная скорость 90 метров в секунду. Но знаю, что выдает он и побольше, и 100, и 110 метров в секунду. Емкость баллона хватает до 80 выстрелов, что для данного пистолета очень большое количество выстрелов с учетом блоубека и ощутимой отдачи. То, что затвор достаточно тяжеленький, и из-за этого отдача такая более ощутимая идет. Так что рекомендую данную продукцию брать как для спорта, развлечения, в качестве хорошего подарка. Я думаю, что очень многие, кто ценит оружие, уникальные системы образца оружия, даже кто играми увлекается, они оценят данный подарок, молодые люди. Также можно какие-то основные навыки обучения проводить с данным видом пистолета, тактических элементов. Перезаряжание, там, стрельбы, быстрые перезарядки, опять же. То есть пистолет достаточно массогабаритный, соответствует оригиналу по всем параметрам, весам. Так что рекомендую, приходите, покупайте, будем вас рады видеть. Всего доброго, до свидания.